Вот тут вот будет весь движ, то есть все как было и раньше. Отлично. Так. Значит, нужно позицию занять где-то здесь. Значит, вот тут вот станем. Трибуна. Да, раньше она казалась высоченной. Ну вот. Наверное, отсюда будет тоже неплохо. Будет видно и трибуну, и стоять кто-то будет, и рассказывать. Наверное, здесь будем стоять. Так, вот приехал эвакуатор. Будут эвакуировать машину. Очень интересно. Странно, неужели сломалось? Если машина стоит на... А она у него там на парковке стоит сейчас. Так вы тогда коробку ему порвете, если тянуть будете. Просто это статья. Вот так вот. Посмотрим сейчас как. Знаков никаких здесь нету, что стоянка запрещена. Бордюр не покрашен ничем. Ну да ладно, в общем-то все понятно. Я уже думал, что решили сжечь просто, нет. Чтоб не оттаскивать, просто... Нет, это вода, наверное. Суть всей манипуляции мне в корне непонятно, потому что вот там вот сцепление гораздо сильнее, чем будет здесь, даже по сухому, по мокрому, хоть с песком, хоть с чем угодно. Для очистки совести. Для очистки совести можно. Не, машина стоит на парковке. Если ее сейчас тянуть, просто можно порвать коробку и все.
У меня такое было, потом это самое в Симферополе знакомому оплатили автомат. Ну что же, я думал, что скучно будет. Оказывается, не только парад. Вообще-то вот этим вот ГАИ, оно тут должно было еще со вчера просто взять и как-то позаниматься. Нет, не по-хорошему, а по-правильному, по-единственно правильному. А потом сейчас бах, окажется, что вот это вот машина или судьи, или кого-то еще, кто-то подъехал, побыстречку просто поставил. Нет, ну по-хорошему, он ничего не нарушает. Ничего не нарушает, ничего. Ничего не нарушает, ничего здесь нету. Так, полиция. Все разрулилось. Все разрулилось. Никто себе проблем на голову не захотел. Мужчина! Мужчина! Мужчина, и закройте, пожалуйста, вот там вот, вы открыли. Мужчина, закройте, пожалуйста, вот там вот, вы открыли машину, потрогали чужую. Закройте, как было. Нет, я на таком не езжу. Все-таки у нас законы в стране есть. Решили, что не стоит себе головняк делать. Она беленькая, что сильно не отвлекает, так что все нормально. Так, ну что же, ждем парад. Понятно, что они люди подневольные, им сказали, как это, партия сказала надо, комсомол ответил есть. Зачем? Мне отсюда удобно стоять, снимать. Пожалуйста, я поставлю вот сюда его. Вот он зелененький, смотрите, раз и все. Могу даже вообще его спрятать, вообще могу спрятать куда-нибудь. Могу спрятать вообще. Талона пока нету. Не сделаем.